Всем привет! В этом занятии мы с вами попробуем рассмотреть медиаторную игру и скачки со струны на струну. Что для этого нужно? Разберем простую гармонию. Вот, я использовал гармонию из композиции Стив Морса «Too Many Notes». Вся пульсация у нас идет триолио. То есть раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. И для того, чтобы нам это хорошо сыграть, нам потребуется играть, выделяя каждый акцент в первой триоле и во второй триоле. И у нас получится первый триоль, первый акцент у нас будет ударом вниз, второй акцент у нас будет ударом вверх. Посмотрим. Значит, вначале мы берем до мажор сус. Аппликатуры все появятся сейчас здесь на экране. Вам будет очень просто это все снимать. Значит, сначала берем до сус. Доходим до третьей струны. И назад, то есть раз, два, три, раз, делаем акцент на третью струну и возвращаемся на пятую струну. Если вы, конечно, классический гитарист, то вам это просто, то есть вам это нечего делать, то есть вы просто пальчиками можете это сыграть. Вот, а те, кто играет медиатором, здесь придется как следует постараться. Первый аккорд, теперь второй аккорд тоже так же играем. Вот, обратите внимание, что первый, сус вы можете держать как? Либо зажимая второй палец на пятой струне, потом безымянный палец на четвертой струне и третий палец на десятом ладу. Либо в такой аппликатуре, но такая аппликатура страшно неудобная, поэтому можете попробовать потренировать свой мизинчик и зажимать десятый лад, пятую, четвертую, третью струну именно мизинцем. То есть так будет гораздо проще. Ну, конечно, строение мизинца далеко не у всех одинаково, не такое, как, например, как у меня или еще у кого-то. Вот, но мне так удобно делать, и вам тоже советую попробовать. Вот. Теперь дальше второй аккорд. Второй аккорд мы делаем первым пальцем, зажимаем шестую струну именно первым пальцем. То есть так как аккорд имеет вот такую аппликатуру, можно, в принципе, его и так поставить. Но так мы его можем ставить лишь тогда, когда... То есть когда играем какие-то уже композиции. Вот. Точно так же пришли назад. То есть первый пальчик переходит у нас с шестой на третью. Потом обычный аккорд до мажор поставили, и затем этот аккорд дальше играем туда-сюда, предпоследний аккорд, вот этот вот, который красивый, играем его до третьей струны, потом снова в пятую, и заканчиваем третьей струной. То есть в итоге у нас получится вот такая фразочка. Затем далее мы переходим с вами в аккорд АМ, ля минор, всеми нами любимый и известный аккорд. Здесь мы играем его сначала. Обратите внимание, что мы можем играть вот эти две струны, пятую с четвертой, только мизинчиком. Вот. Потом, опять-таки же, первый раз мы можем играть первым пальцем, и первый палец опять опрокидывать на третью струну. Затем уже вторым пальцем играем. Уже первый палец у нас будет переходить на третью струну. И потом точно так же сус. И на этом у нас ля минор прожил. Вот, дальше мы играем с вами ЕМ, обычный аккорд ми минор. Вот, и точно так же мы играем шестая, пятая, четвертая, третья, четвертая, пятая. Все, на этом у нас простые формы закончились. То есть у нас и того получилось. И дальше мы играем с вами аккорды фа-мажор. Обратите внимание на то, что все играем ударами вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. И так как здесь у нас по 4 ноты мы играем фразу, то, соответственно, дальше мы опять начинаем с удара вниз, опять 4 ноты. Затем дальше соль-мажор. Опять шестая, пятая, четвертая, третья. Потом у нас получается ми-мажор, ля-минор. Попробуем вместе сыграть.
Данное упражнение следует играть только тогда, когда вы уже размялись и чувствуете триоль. То есть, когда у вас уже вы можете играть какие-то триольные ритмы, тогда вам уже будет достаточно просто с этим справиться. Желаю вам успехов и творческих побед!